Ну а теперь к новостям спорта. Сегодня и завтра в 6 городах страны проходят игры 4-го тура чемпионата России по волейболу высшей лиги класса А. Команда «Дагестан» гостит в Георгиевске, где экзаменуют местную дружину «Газпром Трансгаз Ставрополь». После домашних встреч с коллективом из Грозного махачкалинцы занимают 4-е место в турнирной таблице и отстают от тройки лидеров на 1 очко.